фартук, да? Вроде все ровно. Все ровно, 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 ровно. Вот у меня правило приготовлено. Ставим правило. Угол, да, завален. Тут дальше 5 миллиметров щелка, ну там, соответственно, тоже. Из-за того, что плитка стоит на столешнице, в жизни этот 5 миллиметров не увидит. Никто с правилом в гости не ходит. Все говорят, фартук класть до столешницы нельзя. Ну, не положит вам никто фартук. С учетом того, что при покупке кухни все хотят сэкономить. Либо потом будете ставить вот такой бортик, закрывать дырки. Либо никакого бортика. Так что можно и сэкономить, и получить классный результат.